В Армавирском городском парке культуры и отдыха открылся «Добрый маркет». Это новогодняя ярмарка локальных брендов, выручка от которой пойдет на поддержку детей с синдромом Дауна. Проект уникален и реализуется впервые. Благодаря победе творческого коллектива, трудового коллектива городского парка культуры, креативного отдела, которые приняли участие в конкурсе грантов, по инициативе президентов культурных инициатив и стали победителем. Из федерального фонда выделено на проведение мероприятия более 1 000 000 рублей. На эти средства изготовлено специальное оборудование, торговые места. Ярмарка красочно оформлена в новогоднем стиле. Живая елка, мишура и гирлянды, оригинальные торговые места – все это создает у посетителей праздничное настроение. Свою продукцию предлагают более 10 продавцов. Это авторские изделия самых разных видов – от новогодних атрибутов и лакомств до зимних аксессуаров. В течение почти 30 дней будут работать мастера прикладного искусства, которые своими руками изготавливают различные интересные изделия, профессиональные изделия, которые являются авторскими, и такие можно купить только сегодня здесь, в нашем парке. Посетители ярмарки смогли стать участниками благотворительной акции «Добрый аукцион» и приобрести изделия ручной работы. Выручка будет направлена особенным детям. Кроме этого, все желающие могут сделать денежные пожертвования в пользу ребятишек с синдромом Дауна или приобрести для них новогодние подарки. Конечно же, мы все вместе должны сделать праздник и для этих людей, для этих ребят, и создать им отдельные особые условия. Я думаю, что у нас вместе, у всех жителей города, получится подарить праздник этим ребятам. Добрый маркет продолжит свою работу в течение всех новогодних каникул. Все это время на ярмарке будут выступать артисты городских творческих коллективов, создавая у посетителей праздничное настроение. Влада Волошина, Сергей Жиров, служба информации, телерадиокомпания «Вита», Армавир.